В Днепропетровске за ночь сгорели 25 автобусов. Пожар возник около 3 ночи на территории автопарка «Автотранссервис». Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Пламя удалось погасить только через 2 часа. Тушение пожара осложнялось тем, что на территории автопредприятия не работал гидрант. Заправку техники проводили на расстоянии 1 километра непосредственно от самого автопредприятия. Пожарные кранные комплекты тоже были в нерабочем состоянии. Поэтому пожар затянулся. Люди во время разгула огненной стихии не пострадали. Зато пассажирские автобусы «Лоцман» сгорели дотла. Главная версия возникновения пожара – поджог. Милиция уже открыла уголовное производство. Произошло этой ночью, я не связываю ни с какой политикой, потому что это связано чисто с конкуренцией на рынке перевозок. Предприятие приобрело подвижной состав, новый. Однако в городе поговаривают, автобазу подожгли за то, что именно ее автобусы возили антимайдановцев, тетушек и беркутовцев в Киев.